Оно было трудным. Оно было прекрасным. Я любил лагеря пионерские, я любил улицу, я любил помойки, я любил убегать из дому там, в другой район, в кинотеатры. Я любил свою жизнь, я любил свое детство. Я его обожаю. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас. У меня картина висит. Меня один местный художник, Олег Зуевский, нарисовал мою улицу. И я вертел, крутил эту картину по квартире. А сегодня она вдруг оказалась прямо перед письменным столом. И когда я что-то читаю, пишу, а я не люблю лежа, я только сидя читаю, смотрю что-то или изучаю, сидя работаю. Я только всегда глазки поднимаю и смотрю на свою улицу детства. Потом опускаю глаза на мать с отцом. Они молодые сидят на траве в саду Барышникова. Был такой сад. А потом опять работаю.